Так, еда у кадалики. 49 мастерства, нихера себе. А хардкап-то 51 или вроде того? 56 даже, чуть-чуть не хватает. Ну тут типа, если у тебя не хватает до хардкапа, тогда и больше софткапа не имеет смысла собирать пока что. Лучше другие станки. Смотря для какого танка. С двуручкой, имею в виду. Суманите, пожалуйста. БДК вообще похуй. Ну не скажи. Ну прям, ну от слова поебать вообще. Здорово, ребят. Привет. Я сейчас себе могу сделать этот хардкап у меня, если я закину таланта. И полгода не как мы собрались. Говорю как БДК, мне похуй. Вот, все правильно, красавчик. Я единственное сказал... Отхиливать ты чем будешь? И автоатака это твой основной урон. Отхиливаться я чем буду? Я БДК. Ну, и что? Дим, захват и все? Почему? Ебать, у БДК там дохуя, блядь, скиллов. Например, если вы... удар смерти. Метка. Если смотри, а для удара смерти, твой удар смерти это удар. То есть не будет мастерства, и он может парировать. Ну ты не возводи в божественный ранг этот скилл. Просто дело в том, что если бы все боссы были в ульдуаре как Везекс, что на них мана бы не резалась у хилов, тогда я бы этот скилл возвел в этот божественный ранг. А так поебать вообще. Единственное, где это нужно, это на Везексе. Такой вопрос. Кто рыбу ставит сегодня? Кадельк. Я ему работал. Остальное очень редко. Я сейчас буду неебический дамаг выдавать. То я, блин, подсуетился. Колечко получил, да? У меня на ДК были, когда я танчил, 25-ки вот эти осваивали. У меня были моменты, когда я парил на том же Ториме. Ну да, есть такое. Это было критично. Не, кольцо у меня давно. Дайте, пожалуйста, продайте, пожалуйста, фласку, я забыл купить. Не соберешь просто в ульдуаровском гире. Ну, какую фласку? Хардкап, да. Мишка может собрать. Какую фласку кому надо дать? Все, уже дали, спасибо большое. Родина тебя не забудет. А, есть у кого дживс, кстати, поставьте, пожалуйста. Мне банк нужен. Мы, блин, по-моему, 40 чем-то минут собирали. Спасибо. Ну, тут дело не во мне было уже. Может, турнера кастером закиньте? Или у вас есть тут любезный? У нас, да, есть полный набор. Да, и столик. Эльф вообще есть какие-то? На инту, которые дают? Да. В первой пати я имею в виду. Я закупил вчера свитков на пристабав. Пару штучек кину сейчас. Ну, блин, взяли, сбили мой настоящий престовский, но... А, стоп, у нас есть прист? Да нет, у меня еще со вчерашнего рейда осталось. Поставь столик. А вон стоит рыба, вот сейчас вам столик будет. Блин, ну извиняйте, ребят. Я, Краделька, кстати, вчера забил этот Макс, что-то мне так впадло с ними было идти потом. Два босса убил и все, пошли в жопу, думаю. А я что, зря покупал свитки? Какие? Не, Латхиба они убили. Я аж креснулся, я аж в инсте оказался возле Латхиба, они убили его. Ну что, будем ебашить сегодня, не? Ладно, я пошел на место. Я готов разъебывать. Так, да, кстати, так, такой вот вопрос напомнить. Мы прожимаем эту ауру от огня сразу же. С мастером аур как выпрыгиваем первый раз. По идее, да? Сейчас я включу отслеживание. Блин, мне еще надо. Какая кит этот. Там есть на башка, но, блин, башка не нужна.
поебашили? Нет, подождите. Ты будешь прожимать? Да нет, просто с одной стороны аура есть, с другой нету. А, ты, значит, сейчас включил iPhone? Да. Он сейчас включил. Мате ванильный танчит. Чтобы с одной и другой стороны была огненная аура. Так же проще будет, меньше дамага получить. Карамелька. Чё, пошли, погнали. Давайте. Для готовности. Один. Это будет красивая победа. 6 метров держать. Ага. У нас уже труп. Аделька. Что не так? Неужели опять лаги начались? Попросил фаску и не выпил ее. Красавец. Отбегать, отбегать. Осторожно, бомба. Сейчас потушь. Надо убить. Что-то вытасывало, оно маловато от вас. У нас еще краделька мертвый. Так мы тот раз в подальке были. Да. Да? Да. Быстрее туда. Осторожно, мины там. Кстати, краделька опять вылетел. Именно на сову должен был кинуться. Ну, может, он специально вылетает, а? Да не, тут. Лоб бить босса. Да нехорошо. А цены сами закроют. Не нужно так делать. 2-1. Все, уходи оттуда. Под босса, под босса. Думаю, лучше лечь сразу и с краделькой еще раз попробую. Хотя там уже БР, блядь, сдали. Беги, малышка, беги! Ну, я типа, у меня БР есть, но я сдох. Да я уже все, можно. Лучше уже не надо жилы тянуть просто лишний раз там, блядь. Одно тело я еще понимаю, но там уже пиздец. Краделька, проще... давай ты не будешь вылетать, а? Именно на пуле вылетел. Ты уже не первый раз такое. А кто ливнул? Кто не ливнул? Где человек пишет. Что у тебя за провайдер? Просто у тебя всегда проблема именно только на этом боссе. Отключи там все торренты, все, что жрет у тебя интернет, все повырубай к чертям собачьим. Уже в курсах, что Сирус считает себя торрентом? Вань. В прямом, когда вырубаешь игру, типа, и там пишет, вырубите игру или торренты. Игра выключена, и остаются торренты. Торрентов нету, Сирус сам себя считает торрентом, говорит, выключите торренты. Я, короче, знаю, что Ростелеком охуели, сука, надо им позвонить. За чё за хуйня, блядь? Крадельку нам, блядь, быстренько обслужите нормально, блядь. Не деньги, Лебовски. Служите. Да.
Вообще, это никуда не годится, блять, как говорится. Да хуйня, что вчера на Алгалоне было, блять. А что вчера было на Алгалоне? Я знаю, что вчера было на Алгалоне, блять. Я не знаю. Да, ёбка была. Во-первых... Что, закрыли? Нет, я во-первых... вчера был был. Не закрыли. В хорошем настроении. Во-первых, все устали, а во-вторых, анонсы неправильные. А без анонсов, нахуй, ну попробуй поиграй без анонсов, я посмотрю, что будет. Будут вайбы. Особенно без ДБМа еще играть. Да, плюс новеньких. Человек 5 в рейд, и нормально. Вайпы ПКД обеспечены. Если эти новенькие РШАМ и ДЦ, блять. На Алгалоне, блять. Блин, слава богу, что я вчера культурно бухал. А не Мезида зашел, блядь, в дис и разъебывал всех. Да не, ну хули разъебывать. Да не, я уже, конечно, зашел смотреть, как вы ее били Алгалон, но я уже был не в кондиции, скажем так. Пидорасы конченые, блядь. Когда вы научитесь мастер аур давать, говорит. Пидорасина. Один. Это будет красивая победа. Мастер аур сейчас не надо давать. Только потом, на второй фазе. Это огонь первый, который мы скидываем. Вы должны выпрыгнуть и не повысить урон на одной секунде. Не давал мастер. Паузер дал. Так я просто знаю себя, что я пол хп потерял на огне. Как? Все один тик 5000. Чет, мне кажется, можно по чуть-чуть бить уже. Еще долго. Стопнуть надо урон, стопнуть, я думаю. Ну что же вы не захилили? Как? Да, понял. Напалмы и лужа в меню. Так, я кого ставил? Пал на одной стороне, Эстер Шам и Эстер Дуль на другой стороне. Так вы будете компенсировать баланс его. Там огонь скидываем, если что. Ага, но падайте в огне. Эстер Шам и Эстер Дуль на одной стороне, Холи Пал на другой. Прихила играем. Ну да. Чтоб наверняка. Скоро я создам Холи Пала, и вы меня больше никогда не увидите онлайн на БДК. Плохо. А ты каким БДК играешь? Их же три вида как минимум. БДК, который танк. Ну, блин. Который гибрид. Так бы и сказал. То есть, ну, можно и чистым БДК танковать, почти. Залупа. Ну да. Чистый БДК, чистая залупа. Ну прикольно в БДК играть в ДД спеки. Ну да. Только РП надо. Да, да, только нужен шмот, реально уже. Предбиз хотя бы. Лучший биз. Да что этот бис, блять, играйте в предбисе, это и так заебись. Ну блин, то у меня и ретрикс. Я вообще тут стежу на ретрике, собранном из говней палок. Рыба стоит. Зато какие ретрики охуенные в Т4. Я рассказываю, я не верю. Я играл за ретрика 2-4, 2-10. Поехали. Ну, там это все как бы заебись. Метки на фах тоже заебись. Только вы ренжу между собой держите, чтобы... Ну, два словило, да, там, блядь, никто не помог просто подхилить. Просто забили хуй. Я не знаю, просто мне если подхиливать вас покровительством совы, то она из формы выходит. А заходить в форму, это будет мана просаживаться так, что, блядь, я инры просто себе буду кидать. Вот. Мне это не очень скучно. Давайте хилы будет поближе немного к центру. РТД подальше. Паузер может через флешки поиграть. Чуть-чуть поближе.
Да, это не нужно, просто сейчас так получилось, что на двоих напал, уебался. Это и... получаться может по КД, блять, так. Не, просто дистанцию не соблюли, вот она и вышла. Ну так смотри, можно было предотвратить вайп, если бы ты дал флешку в одного. Один. Это будет красивая победа. Место, давайте место. Видите, огонь, я бегу от него, им надо место. 20 секунд еще, да, на тушение. Двигайся, попал. Один. Убегать. 5 секунд до туши. Сейчас напалм будет. Стойте. Все. Надо было через пару секунд после тушения убить. То там таймеры сломаются. Огонь сначала в один вдоль этой стены. Один. Вот этой желтой стены, а не вот железных. Или что это? Да, а, ну, камни просто. Красава. Пошли. 3, 2, 1. Well. Все, уходи. Кинул шар? Да. Да. Он там далеко просто спрятан. Внутри. Здесь затушит? Да. Один. Почти. Живем. Выживите и убьем. Не обязательно в огонь не стоять, если мили за спиной. Какой огонь? 4, 3, 2, 1. Ну, блять. Я кретин, сука. Думал, он закончил крутилку, сука. А чё? Ну а чё, блять? Ладно, ложите. Не надо. Там три человека. Зачем? Три зачем человека? Ты командуешь? Три человека сдохло. Человек. Ну что ты будешь что? Делать? Три человека сдохло. Чё там жилы тянуть? Ты потом давай раз... я буду управлять рейдом. Блять, ты понимаешь, там. Что мы на третьей фазе будем просто долго нахуй бить? Три человека упали. Три. Кого и долго один. Будет бить? Голову? Милики будет долго бить. Ну так, а роботы чё? Они роботы и на четвёртой что ты будешь делать? Три нечего человека. Делать там. Три человека. Здесь упали. На Мемероне ХМ всегда тащат РДД. Всегда. А там, по-моему, танк упал, если что. А, у нас упал. Есть два дуля. Я не знаю. Тут РЛ реально прав. Это все охуенно, я согласен, все прав. Но я никогда не видел такой политики, что... Ну вот, допустим, представь 25-ка, у тебя падают три человека. Если мы будем вайпаться каждый раз, когда кто-то будет умирать, надо, насколько это затянется? Надо вайпаться, чтобы нормально бить, а не учиться нахуй бить, приходить там в три и чего-то там жилы тянуть. Это что, ну... Сейчас умерло три человека, два из них можно поднять. Ну ты представь, три человека в десятке, это 30% рейда. В 25-ке представь, у тебя 5 человек, 7 человек упадет. Ты будешь бить? Это же бред. Он убивается в три человека. Давайте, ребят, сыграем без смертей просто. И нормально будет убиваться все. Я вот сейчас даю свиток на престовский баф. Прошу вас.
Давайте не будем подыхать. Как собаки. И еще выясните, от чего вот они сдохли. Вот сначала сдох танк, от чего? Я затупил и под этот, думал, закончился бараш. Я под бараш, короче, вправо вместо лево наступил. Смотрите, милики, если в миле бросается огонь и бараш идет, просто отбегайте от босса. Дамаж. Лучше на второй фазе просто выжить. Не надо в огонь идти, если в миле огонь. Рэндж, блять, какой-то угол борода слишком, блять, тупой. Ну, возле плеч не стойте. Да. Просто ближе к центру. Особенно на мелике это очень просто. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Саваты далековато от Холипова. Отбегайте. Сейчас я отойду назад. Так, 15 секунд до тушения. 10. 5, 3, 2. Один. А лучше бас скин на обстреле. Ну или на огне вот этом первом. Когда мы во второй фазе скидываем. В центре. Еще такая хитрость на второй начале фазы есть. Вот до начала фазы. 8 секунд вы можете кинуть лужу. На 8 секунд. 7 секунд перезаряд корон. Один. Был. Все, он кинул. Сбегать. Один. В одну сторону не надо. А то он всех обстреляет. Два трупа. За спин. Отойдите от измели. Не прижимайтесь, ну то есть сильно к боссу в мели зоне, когда обстрел идет. Четыре трупа. Теперь вайп. 22 трая не получится, и в нормале берем, и все. Давай разберем, вот смотри, этот, кто там первый сдох? Корделька, да? Нет, по-моему, Урнера и Шаман, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, вначале Корделька, потом я, потом Шаман. А чего умерли? Я это кто? Полипал, да? Так, да. Титаевцы, посмотрите. Ну это, короче, волна жара. Волна жара, пламя, пламя. Можно либать это, блядь. На одной секунде, смотрите, когда мы скидываем огонь в центре первый раз, на одной секунде вы должны не стоять, а двигаться уже, в лучшем случае выпрыгнуть, то есть прыжок вперед. И тогда вы не получите никакого урона из этого сбрасывания огня. А вы никогда не думали, что если не скидывать огонь в центр, то можно и захиливаться, и выживать получше?
Потому что на третьей фазе. На третьей фазе сигнальные потушат всю комнату. Смотри, допустим, вот ты не скинешь его в центр. Так. Но. И начнется бой. И он повернется и всех застреляет. Просто от него подальше. Все с одной стороны будет. Подальше от него скидывать и подходить ближе к нему на бараж. Когда мы начинаем третью фазу, огонь уже есть, весь центр в огне. Вообще, ребят, давайте начнем с этого. Он кому-то нужен вообще в хайм-режиме? Ну давай глянем, что там вот какое. Посмотрите, чувак. Все, если никому он не нужен реально в хайм-режиме, нахрен мы тут потеем? Я думал, уже тут на легкую будет проходить вопрос. Да, в принципе, на легкую, со мной иногда такие моменты есть, что но. Умираем. А так, если посмотрите все, если никому ничего не надо, то идем в обычки. Если надо, то не, еще поубиваем. Сам принцип, блядь, по-моему, убить последний. Его уже, закрепить. Ой, нет, это 25. Ну, так. Вот было КД, когда мы со второй тай убили. Если так. Только магу, вот нужен меч и все. Больше ничего никому, по-моему, не надо. Тут не неплохие. Их этому локу может еще меч. Как бы боты на танк, да? Да. Да. Но ну, мне такие, мне такие да. Есть, блядь, мне кто-то уступил, я помню. Давайте два трая, короче, я. Если не этот, в обычку. Мне понравилась идея, что проводите. Я уступил. Да я понял, три раза, блядь, сказал. Я просто заклинил, и всё. Куда вы разбежались? А престовский бафом дать вышел. Я уже дал. А ты уже дал? Хульпал, ты же носил частицу и ебашишь на второй. Смотрите, давайте так. Да. Вот первый огонь, который мы скидываем в центре на второй фазе. Так, сейчас посмотрю, какие хилы в какой пати. Хулипал. Ну и первая пати будет на вот эту сторону выпрыгивать. А вторая пати на вот эту сторону выпрыгивать будет. Ну, не прямо на эту сторону, вот сюда можно, вот в эту сторону и так далее. Ну, как по квадрату. Правее, левее и все. Да, чтобы не все в одну сторону выпрыгивали. Да, это на второй фазе. То есть можно вот на этот угол, ну и другие углы. Пошли. Чтобы не на одну сторону все выпрыгнули.